Мир вам, братья и сестры. Извиняемся за опоздание, 2 минуты. Мы сейчас будем молиться, а потом петь 11-й номер. И если у кого-то есть вдохновение рассказать стихотворение или свидетельство, или спеть, вы можете всегда подключиться, когда у вас есть такое желание. Будем молиться о том, чтобы Бог благословил все нужды наши, материальные, духовные, физические. Сообщаем о том, что брат Петр Мыскив ушел домой, перешел в лучший мир. Там, где Павел говорит, лучше для вас, если я уйду. Поэтому будем молиться о близких и родных, о том, чтобы Бог утешил и послал свое вдохновение, что мы все странники и пришельцы на этой земле. Поэтому будем молиться о себе и о других. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя, что жизнь наша в Твоих руках. Мы благодарим Тебя, что каждый раз, когда мы собираемся, когда мы касаемся Твоего Слова, Ты готов нам говорить, наставлять, укреплять, может быть, обличать. Поэтому благослови нас в этот вечер, слушая Твое Слово, делать необходимые для себя выводы и укрепи нас Духом Святым. Просим Тебя за тех братьев и сестер, кто сегодня болеет. Благослови. Просим Тебя, брата Валентина, пошли Твою благодать и укрепление на его жизнь и здоровье, пошли Твою милость для него. Благодарим Тебя за жизнь и хождение брата Петра, и вот мы сегодня понимаем, что мы жалкие утешители для семьи, но мы верим, что у Тебя есть сила и власть поддержать каждого, кто переживает, кто плачет, ибо Ты готов утешить и поддержать. Мы верим, что благодаря Твоему имени, Твоим страданиям, смерти, воскресению, мы имеем надежду на жизнь настоящую и будущую. Поэтому утеши и благослови всех близких и родных. Благослови нас в этот вечер, прославить Тебя, нашего Господа, Спасителя, нашего сердца, наш Господь и Бог. Аминь. Давайте споем 11-й номер. «Спаситель, говори нам везде, во всякий час». А потом споем сразу 16-84. «О благодать спасен Тобой». Оставлю вас, пошли ты нам лечение, наполни сердце пением, тебе дай ликовать. Спаситель, говори нам, слава любви святой, что мы не победимы, когда же с тобой, Спаситель, чтобы в душах луч веры не погас, Твои слова дай слышать, я не оставлю вас. Спаситель, говори нам, открой щедрот ключи, наполни счастье Спаситель.
Будем петь второй псалом, это 16:84. О благодать! Дорогие друзья, я рад вас приветствовать сегодняшний вечер на нашем собрании. И вы знаете, читая Библию все чаще и чаще, ты удостоверяешься в том, что Библия – это действительно интересная книга. И вы это знаете, это не секрет, потому что вы также читаете, вы ее изучаете, вы видите то, что на страницах Священного Писания написано, и то, что вас те слова радуют. Они, конечно же, иногда и обличают. Мой иногда больше, чем иногда обличает, но тем не менее она дает радость. Недавно прошел, на уже как 3 дня, когда наша страна здесь праздновала День Отца. Вы знаете, я как бы думал, что буду говорить сегодня, но я как бы в продолжение этой темы буду сегодня продолжать эту тему, говорить именно об, не о самом отце, но уже потому что я еще не являюсь отцом, но именно не мне. Я не знаю, что мне сказать именно как об отце, но я буду говорить именно о сыне. И тема, которую я буду говорить, она записана в первой книге Царств, 17 глава, последние 2 стиха, 57 и 58. «Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина,
То Авенир взял его и привел к Саулу. Голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Тема, на которую я буду говорить, это был вопрос, который задал Саул Давиду: «Чей ты сын, юноша?» Вопрос, который задал Саул, мы его сегодня не встречаем, мы не спрашиваем, чей ты будешь, мы спрашиваем, кто ты. Но если взять еще где-то 100 лет назад, была, наверное, самая популярная фраза: «Чьих кровей ты будешь?» И часто люди спрашивали. Но если Библия говорит об этом, о сыновстве, о связи между отцом и сыном, наверное, это важно. Давайте мы рассмотрим это событие, почему именно Библия связывает нас с отцами. В каждом дне мы встречаем различные ситуации. И вот представьте себе такую ситуацию, когда вы приходите к доктору, и доктор начинает задавать вопросы. Чем болел ваш дедушка, чем болел отец? Ну, вроде, казалось бы, вы пришли к доктору, причем здесь ваши родители. Доктор, ты будешь меня исследовать или ты будешь моих родителей исследовать? Но дело в том, что если доктор узнает, чем болел ваш отец, ваш дедушка, ему больше легче будет узнать диагноз, чем вы болеете, ему будет легче решить эту болезнь. И также вы знаете, наши... тело, оно наполнено генетическими клетками, которые соединяются друг с другом. И вот в человеке находится, если взять все вместе собрать, то где-то около 3 килограмм вот генетических, которые нас связывают вместе. Это те гены, та информация, где содержится то, что нас связывает с родителями, нашими дедушками. И вроде смотрится, когда идешь в коридор, смотришь, прошел отец, сзади идет сын. Сразу видишь, ну, похоже, походка, ну, такая же, как у отца, так и у сына. И как если физически мы связаны с нашими отцами, то также и духовно мы связаны с нашим отцом, именно то, что мы имеем характер, мы имеем похожий на нашего отца характер. И вот Саул спросил Давида вот этот вопрос: «Чей ты сын, юноша?» Конечно же, отца Иессея мы не так хорошо знаем, но мы знаем хорошо именно Давида. Каким он был мужественным, храбрым, выдержка какая у него была. И, конечно же, у него была любовь к Богу. И, конечно, это ему все могло жить только его отец Иессей. Но самое главное то, что он его познакомил с Богом Отцом. И в жизни сына, конечно же, являет большую роль отец, потому что, чтобы воспитать сына, нужен пример. Потому что сын не может просто так воспитываться. Ты делай то и то. Если ты сыну покажешь характер и пример, он намного будет послушен и похож на тебя. Конечно же, в воспитании и сыновей я ни в коем случае не хочу ущемлять матерей, потому что они также являются тем звеном, который воспитывает, который дает ребенку воспитание, и также любовь воспитывает к окружающим. Но Давид был таким не только потому, что его отец научил, но то, что самое главное, когда он познакомил его с Отцом Небесным, Давид становился все сильнее и сильнее. И когда мы читаем псалмы Давида, мы встречаем такие фразы, как в первом псалме: «Если размышлять о законе Бога, то будем как дерево при потоках вод». В 3-м псалме говорится, что «Господь щит предо мною». В 15-м псалме говорится: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим». В 16-м псалме: «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня». Кто может так говорить? Это, конечно же, может говорить тот ребенок, которого отца он любит, и которого, на какого отца он надеется. Если мы вспомним, когда растет молодой ребенок, юноша, идет в школу, пошел в первый, второй класс, и, конечно же, его обижают взрослые. Первая его реакция: «Я пойду домой, все папе расскажу, папа придет и с вами разберется».
И, конечно, уже у Давида был тоже такой же характер, потому что он имел сильную связь с Богом, и он говорил, что «если вы будете трогать меня, Бог мой защитит меня». Но, говоря о Давиде, продолжая, мне также хочется вспомнить еще именно о сыновстве, то, что связывает нас с Богом Небесным. Это история Моисея, когда он, я буду эту историю очень кратко говорить, когда он рос, конечно же, в царском доме египетском, но его все равно тянуло туда, к народу, где он родился. И вот когда он пошел туда, к тому народу, он защитил человека от египтянина, и после той ситуации Моисей убегает в пустыню, и там его встречает Бог. Конечно же, Моисея очень заинтересовало то, что его встретил Бог. Он увидел Бога в горящем кусте, но это его сильно все равно притягивало, очень сильно. И он подошел к этому кусту. Ну и там у него началась связь с Богом. Но самое большое, больше появилась у него связь с Богом. Это, конечно, когда он пошел вверх по Синайской горе, когда он встретился с Богом. Но именно продолжительная связь, когда он же второй раз взошел на Синай, когда уже Бог написал вторые скрижали, я думаю, что именно тогда была у него большая связь с Богом, потому что он в тот момент просил Бога, чтобы он показал его. Давайте прочитаем эту историю. Она записана в Исходе 33 главе, последние стихи с 18 по 23. Это перед тем, как он должен был зайти на гору Синай. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою», и сказал Господь: «Я проведу перед тобою всю славу мою и возглашу имя Иеговы пред тобой, и когда кого помиловать, помилуй, кого пожалеть, пожалей». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может видеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, встань на той скале. Когда же буду проходить, слава моя, я покрою тебя в развалине скалы и покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Я думаю, что после этого, когда Моисей увидел всю вот эту славу, насколько Бог великий и сильный, я думаю, что ему не хотелось оставлять именно вот такого Бога. Он хотел общаться и общаться с Богом. И, конечно же, люди знали, что Моисей общается с Богом, и они знали его как человека, общающегося с Богом. Но когда мы еще говорим о вот связи именно как с Отцом Небесным, я не могу пройти мимо той иллюстрации, когда здесь был и его Сын на этой земле, Иисус Христос, как Он говорил о Отце Небесном, так никто не мог говорить, потому что Он говорил очень много. Он говорил также ярко, уверенно, выразительно, одушевленно, потому что Он видел Бога лицом в лицо. Он слышал те слова, которые Бог Ему сказал, и Он все передавал людям. Конечно же, от этих слов, которые Он говорил, даже зависть появилась у священников того времени, потому что они не могли так о Боге сказать, как мог сказать Его Сын. И они завидовали этим. Конечно, в Евангелии Иоанна, послание Иоанна, они говорят очень ярко о той, о Боге, Отце, как о любящем Отце, который любит своего Сына и тем показывает, что Он любит также и нас. Он хочет иметь общение с нами, Он хочет, чтобы мы были сильны, чтобы мы также могли говорить о нашем Боге, как говорил о своем как Боге. Как Давид говорил, что я говорю о своем Боге, но у нас также этот же Бог, чтобы мы говорили о Нем так же ярко, чтобы мы имели вот эту уверенность в нашем Отце Небесном. И уже подводя проповедь свою к окончанию, я хочу спросить также этот вопрос, который задал Саул Давиду: «Чей ты сын, юноша?» Когда ты слышишь этот вопрос, что вопрос этот у тебя, какие мысли он тебе задает? Не стыдно ли тебе от этого вопроса, потому что ты не знаешь, чей, но понимая, кем ты являешься, ты являешься ли сегодня истинным родителем, являешься ты сегодня истинным сыном, дочерью,
Что у тебя есть, какие вопросы в голове, какие понимания об этом? Вы знаете, когда уже еще напоследок хочу сказать, когда в жизни бывают различные ситуации, переживания, когда искушение находится очень близко возле тебя, чтобы преодолеть это искушение, попробуй себе задать один вопрос: кем ты являешься, чей ты сын, чей ты дочь на этой земле. И это, конечно же, поможет тебе преодолеть это искушение, потому что ты будешь понимать, что ты являешься сыном и дочерью Небесного Отца. Аминь. Слава Ему. Давайте помолимся. Сохрани детей наших внуков.
и правильному мере от зла, укрепи их духовно, физически, храни их, Господи, и поможи им также ходить свято, непорочно, пред лицом Твоим, и не огорчать Духа Святого, потому что Ты скоро придешь, и Ты воздашь каждому по делам, Господи, проверь Ты и мое сердце, очисти мой Твоим нечистой кровью, которая была пролита за мои грехи и беззакония. Господи, я ни в чем не оправдываюсь. Ты сам, Господи, проверь, испытай, и зри на неопасном ли я пути, и направь меня на путь вечный, идя за Тобою, не оглядываясь назад в этот мир, но взирать только на Голгофу, где Ты так тяжко пострадал, умер и воскрес для моего оправдания. Поможи дорожить спасением, которое Ты принес на землю, поможи, Господи, будь благодарен Тебе за все то, что Ты посылал и хранил до сего момента. Будь Ты и на дальше благословен, Слово и братьев дальше. Поможи, Господи, чтобы все было Тебе во славу для нашей радости и воскресения. И да будет имя Твое прославлено и возвеличено нашего вечного Бога, Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Отец Небесный, хвала Тебе и благодарение за то, что Ты сотворил этот день, этот вечер, Господь, за то, что Ты даровал нам желание, даровал возможность прийти сюда в дом молитвы и слушать слова Твои, назидания. Я благодарен Тебе за то, что мы являемся церковью, церковью, которую Ты создал на этой земле, Господь, и Ты нас назвал своими, Ты нас назвал родными, Ты нас назвал детьми своими, Господь. Я благодарен Тебе за то, что мы можем к Тебе вызывать и иметь вот это близкое общение с Тобой, называть Тебя Отцом и слушать Твои слова, назидания, которые Ты говоришь нашим сердцам, Господь. Я благодарен Тебе за то, что мы еще живы на этой земле, за то, что у нас есть церковь, у нас есть полноценная церковь, Господь, за то, что есть пастыря, хор, служителя, Господь, различного рода, Господь, хоровые служения, молодежь, у нас есть дети, Господь, в нашей церкви. Я прошу, чтобы Ты благословил все отрасли служений, которые есть в нашей церкви, Господь, также и пастырей наших, Господь, чтобы Ты благословил, наделил мудростью, Господь, чтобы они могли вести Твой народ, Господь. Также я прошу, чтобы Ты благословил и хоровые служения, и молодежь нашу, чтобы могли служить Тебе от всего сердца и следовать за Тобой, Господь. Я также хочу, чтобы Ты благословил и это служение в сегодняшнем дне, Господь, все, что будет еще спето, сказано, Господь, благослови. Да будет Тебе во веки веков слава. Аминь. Это тебе.
ночи восстает и с восторгом смотрит на него. Мы будем петь вместе общим пением номер 48, не в словах молитвенных речей. Мы будем петь стоя, и мы будем петь по-особенному. Мы споем 3 куплета, потом музыкант сыграет проигрыш, и мы еще 2 куплета споем. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, по великой милости Иисуса Христа. Рад быть еще раз в Доме Господнем, слушать Слово Его, внимать Ему. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы были открыты к слушанию Слова. В этот вечер мы будем размышлять над одним интересным персонажем из Библии, всем он нам знаком.
он остался запечатлен в истории израильского народа как царь, который был угодный перед Богом. Я предлагаю, чтобы мы открыли четвертую книгу царств. Четвертое царство, 18 глава, с 1 по 7 стихи. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. Аминь. Как вы поняли, речь пойдет о царе Езекии. На время царствования Езекии Израиль был разделен на две части. Северная столица и южная. Северная столица была Самария, южная – Иерусалим. Согласно 4 книге царств, Езекия был 9-м по счету царем, который царствовал в Иерусалиме. Всего в Иерусалиме было 17 правителей. Так как в Иудее, так и в Самарии были династии. Но только вот в Иудее, то есть в Иерусалиме, да, в Израиле, была одна династия, династия Давида. То есть из поколения в поколение на трон выходил сын. Так как в Иудее, на севере, то восставали, то предавали, то убивали Израиль. Спасибо, извиняюсь. Что происходило в то время, когда царствовал Езекия? Это было время, похожее, может быть, с нашим временем. Это было время, когда люди были гонимы, когда приходили другие цари, которые переселяли их, которые убивали, которые гнали. Это было время, когда Бога раздражали, когда поклонялись идолам, когда поклонялись истуканам. Это время было тяжелым. Вот что происходило на то время, буквально 17 глава. «И стали дети делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему». И построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи, изображения Астарт на всяком высоком холме под всяким тенистым деревом. И стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь. И делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте этого. И презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами, их откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедовал им, чтобы не поступали так, как они оставили все заповеди Господа Бога своего. И сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предавались тому, чтобы делать неугодные в очах Господа и прогневлять его. Вот это время, когда царствовал Ахаз, отец Езекии. Моральное состояние общества зависит от наших семей, зависит от воспитания в семье. Общество, в котором мы живем, оно напрямую связано с нашими семьями. То, что растет у нас в семьях, то и становится обществом. То, что делает мама с папой, то будут делать и дети. Если папа всю жизнь пьет, если папа всю жизнь приходит домой пьяный, и каждый раз он избивает маму, то как эти дети будут возрастать в нормальном образе или в здоровом образе жизни? Постоянные крики среди ночи, драки, слезы, длинные холодные ночи, жизнь в страхе. Вот общество,
которое, в котором мы живем. Иезекия родился в семье, которая не поклонялась Богу, которая не чтила Господа Бога, которая не поклонялась Ему. С раннего детства ему, может быть, была возможность, или он, возможно, приходилось ходить на эти собрания, приходилось участвовать в этих мерзостях, возможно, в доме у них было разное количество идолов, и родители заставляли Иезекию участвовать в этих разных ритуалах и нечистотах и так далее. Вот что написано о Ахазе. Ахаз, 20 лет был Ахаз, когда воцарился, это отец Иезекии, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Отец Иезекии. Хочу напомнить, как уже было сказано в начале, мы унаследуем своих родителей генетическим путем. То это может быть вес, цвет волос, цвет глаз, не знаю, рост, болезни какие-то, не знаю, характер, привычки, какие-то слова, которые есть у наших родителей. Посмотрите, Иезекия остается записанным на страницах Священного Писания как царь, который делал угодные в очах Господних. Несмотря на то, что отец его был совершенно другим. Это как небо и земля, это радикально такая большая разница. Возникает вопрос, что же произошло в жизни Иезекии, или что случилось, что жизнь его была совсем иначе, как у своего отца? Я не знаю, возможно, было ему противно, возможно, ему стало тяжело жить. Он не хотел больше жить в этой такой грязной или тяжелой жизни, и он решил жить другим путем. Он был не похож на своего отца. Может быть, он был похож лицом, может быть, он был похож физически или характером, но он не был похож сердцем. Почему? Потому что он сделал выбор. Выбор того, что вечно. И первое, что мы учим из жизни Иезекии, это то, что он сделал правильный духовный выбор. Посмотри, мы прочитали. На Господа Бога Израилева уповал он. И прилепился он к Господу, не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. Начало всему сердце. Человек создан Богом так, что он должен кому-то поклоняться. Он будет к чему-то стремиться. Он будет что-то в своем сердце ставить на высокую планку, да, он будет кому-то поклоняться, он будет искать. Интересно, откуда Иезекия знал о Боге? Представьте, сын вырос в семье, которая вообще не знала Бога, которая вообще не чтила его, которая поклонялась идолам, и вдруг этот человек живет достойно перед Богом. Второзаконие, когда Моисей изрек все слова свои, все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнить все слова закона сего. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любите Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепиться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим, и всею душою вашей. Иисуса Навина, 22 глава. Опять же сердце, опять же закон. И вот, наблюдая, читая Библию, мы всегда видим эту связь. Сердце и Библия. Сердце и закон, заповеди, уставы. Тесная связь. Сколько раз не готовлюсь к слову, всегда убеждаюсь в одном. Всегда. Центром спасения, не знаю, как прославление, как духовного возрастания, как всех благословений, которые мы можем иметь, все основывается на одном, на Слове Божьем, на законе. Одно. Вспомните, сегодня у нас есть Библия, да, мы знаем, что Библия – это то, что учил и Христос. Иоанна, вначале было Слово, и Слово было Богом, и все через Него начало быть, и было
обитала с нами, полная силы и благодати. Это Христос, это Слово, это закон. Но во времена Иезекии это был закон, это было Пятикнижие, это было закон, который дал Моисей. Хранить. Сколько раз говорилось в собрании народном Израилю, сколько раз повторяло, сколько раз делали народ завет с Господом, Бог прощал, они опять падали, и опять Бог говорит, читайте, сохраняйте, учите детей ваших. С того времени прошло немало времени. Сегодня, может быть, прошли сотни лет, тысячи лет, да. Возможно, поменялся наш мир. Мы живем в другой культуре, как чем Иезекия. Мы живем, у нас другой менталитет, другие обычаи, другие, не знаю, праздники. Но в конце концов, слово остается словом. Оно живо и действенно. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча будет до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Аминь. Евреям 4 глава. Итак, сердце и закон. Библия. Красота Библии или учение Библии, она красота красива в том, что она не искажается ни при какой культуре, она не искажается ни при каком менталитете, ни при каких привычках. Нельзя изменить. Если написано одно, то ничто не может повлиять на нее. Всякий человек, который имеет, может, плохие привычки, плохие дела какие-то, он не может извиниться перед Богом и сказать, у меня была такая культура. Я понимаю, написано, но культура была такая. Но нет. Закон режет все, как мы прочитали. Острее всякого меча. Не просто общество, а в наше внутреннего сердце все режет. Давид пишет, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца». Как красиво. Итак, чтобы жить угодно пред Богом, чтобы жить жизнью, которая бы была бы угодна Ему, нужно принять правильный духовный выбор. Правильный выбор того, что вечно. Сохранить Слово, читать его, исполнять, жить им, прилепиться к Нему, так, как это сделал Иезекия. В 6 стихе написано, что Иезекия соблюдал. В оригинале это слово означает, я даже удивился, охранять или сторожить. То есть не просто соблюдать как какой-то закон, а сторожить, охранять его, как что-то ценное, как что-то дорогое. Потому что ценность очень большая. Второе, на что хотелось бы остановить ваш взгляд, это дела. Дела – это плоды сердца. Если вначале мы должны сделать правильный духовный выбор, то впоследствии дела будут говорить о первом. И делал он угодное в очах Господа во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израиля уповал он, и такого, как он не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. В жизни Иезекии, как я уже сказал, можно видеть причинно-следственную связь. Причина и следствие той причины. Он сделал выбор, и следствие этого выбора была его жизнь, были его дела, то, что он делал. Дела человека говорят о внутреннем состоянии сердца, о его внутреннем мире. Дела – это зеркало души или сердца. Кто-то сказал, что на витрине, то и в магазине. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. 6 глава Луки. Иезекия. Иезекия не был просто человеком, да, он был главой, он был главнокомандующим целого царства. За ним стоял целый народ. Не просто семья, не просто дети, а целый народ. И он должен был управлять этим народом.
От него зависело будущее, от него зависела судьба этого народа. Если бы он поступал бы неблагоразумно, Бог бы наказал опять этот народ, но потому что он поступал благоразумно, он был угоден Господу, Бог благословил. Ахаз поступал неугодно. Приходит Езекия, поступает, как хочет Господь. Приходит сын Езекии и Манасии, поступает неугодно. Интересно, отец и сын. Сегодня говорилось об отцах. В воскресенье говорилось об отцах. Как же мы благословены, когда у нас есть родители, да? Когда нас воспитывают, когда нам говорят, когда нас учат. Потому что мы нуждаемся в отцовской заботе, мы нуждаемся в отцовском учении. Но как важно, если это учение еще правильное, если это учение связано с Словом Божьим. Когда завершается история какого-либо царя, когда заканчивается его жизнь, то каждый раз используется одна интересная фраза. Прочие же написано где? В летописях царей. То ли это израильских, то это иудейских. С приходом какого-либо царя все писалось, все записывало, все его дела. И это были летописи. Это была история, будущие поколения, которые приходили после, они могли открыть, они не могли пройти глазами, прочитать. Представьте, вы открываете книгу вашего отца. Как хорошо, когда, если бы там было написано только хорошее. Как прекрасно. Прочие об Езекии, о всех подвигах его, о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. Если я не ошибаюсь, после Езекии, это, кажется, был Манасия. Манасия был один царь. Он делал самое неугодное, что можно было сделать. И написано, что в летописях царей израильских написано о зле, которое он сделал, о пролитии крови. Что написано сегодня о нас? Наверху, у Господа на небесах, тоже пишется история. Тоже пишется книга. Тоже пишется летопись. Называйте как хотите. Мы не цари. Мы не правители. Мы не правим городами. Мы не управляем странами. Но у нас есть семейство. У нас есть семьи. У нас есть наша жизнь. Что написано о нас? После смерти одного богатого человека на его гробу был поставлен большой гранитовый камень. И вот на этом камне было написано: он любил играть в гольф. Человек прожил жизнь, а написано, что он любил гольф. Друзья, что мы любим? Что мы делаем? А что о нас пишет Бог? Угодная жизнь перед Богом несет за собой огромные благословения. Ну, а самое главное – это вечность. Читая историю всех царей по порядку, то это Израиль, то это Иудея, написано, один был угодным, другой был неугодным. Один был угодным, другой был неугодным. И такое ощущение, что это было нормально. Но за ними стоят дела, стоят грехи, стоит вечность, вопрос вечности, он никуда не исчез. Какой вопрос у нас? Какая вечность у нас? Итак, два урока или две истины, которые учим, или которые я учу лично я из жизни Езекии. Первое, надо сделать правильный духовный выбор. Езекия сделал его. Несмотря на культуру, несмотря на своего отца, несмотря на воспитание, на привычки, несмотря на то, что происходило в обществе, он пошел напролом, он пошел против течения. И второе. Дела наши всегда будут соответствовать нашему духовному выбору. Дела наши всегда будут говорить о нашем внутреннем мире. Всегда будут говорить о нашем сердце. Пусть нас Бог благословит, чтобы дела наши соответствовали Божьему закону. Чтоб в делах наших был виден Господь, чтобы были видны те истины или те заповеди, которые
завещал Господь. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем и будем молиться. Отец наш Небесный, мы склоняемся пред Тобой, пред Твоим величием. Благодарим Тебя за то, что еще раз Ты учишь лично меня. Господи, как важно соблюдать закон Твой, как важно сохранять его в сердце своем, исполнять, жить им, как важно, Господи, поклоняться Тебе. Помоги, Господи, не оставлять его, помоги читать, помоги, чтобы хотя бы один день не проходил без чтения. Просим, благослови. Благослови, помоги, чтобы дела наши не соответствовали, Господи, Твоему закону. Чтобы мы поступали так, как Ты хочешь, Господь. Пиши о нас только лучшее, только хорошее. Помоги нам, Господи, стремиться, чтобы быть угодным Тебе. Учи нас, благослови. Будь милости к нам. Для славы Твоей мы просим. Аминь. В заключение общим пением номер 589. Что за друга мы имеем, нас он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил. Будем петь стоя. Скажем, Господи.
Сейчас будем молиться. Я хочу только сделать несколько предложений или сказать. Все зависит от нашей связи. И не только от связи. Видите, какой парадокс в жизни Езекии. Отец такой, а сын еще хуже. А вот он хоть был связан родословием своими предками или своим земным соединением, но он самое главное имел правильное соединение с Небесным Отцом или с учением Библии. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы говорили себе, говорили своим близким, родным, своим друзьям, своим детям. И, конечно, остается выбор за каждым в отдельности, за молодым и старшим, как мы будем поступать, будем ли мы поступать правильно или мы будем поступать скверно. Зависит от нашего решения. Пусть Бог благословит каждого в отдельности, чтобы о нас радовался Бог, и чтобы мы могли быть приятным благоуханием для окружающих нас людей. Итак, наше собрание закончено. Будем молиться о тех, кто нуждается сегодня в Божьей помощи физической, чтобы Бог дал укрепление. Будем молиться о тех, кто в поездке сегодня, кто летит, кто прилетает, кто уже едет, пусть Бог сохранит каждого. И последняя просьба. Завтра вечером в 6 часов и в пятницу здесь будет маленькая работа. Кто имеет возможность здоровья, прийти в 6 часов вечера ровно на пару часов, чтобы мы могли сделать вот эту площадочку, как с правой стороны при выходе. Пожалуйста, придите в 6 часов. Ничего не надо приносить, только себя. Принесите себя и пару часов поработаем, чтобы могли сделать то, что необходимо. Это такая просьба. Завтра и послезавтра. Если у кого-то есть громкие нужды, можете сказать. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя, что хотя мы соединены земными связями с нашими родными, близкими, но самое главное, Ты касаешься людей, нас, живущих на этой земле, своим словом. И поэтому мы радуемся тому, что Ты соединяешь нас с небом, что Слово Твое изменяет сердца людей даже тогда, когда человек не знал о Тебе, и мы это слышим и видим, и радуемся тому, что Слово Твое в действии сегодня. Благодарим Тебя, что оно в действии над нашими сердцами, что Ты изменяешь нашу жизнь. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты действовал так могущественно, благодаря Своей милости, Своей благодати, чтобы Слово Твое преображало нас каждый день, наши мысли, наши деяния, наши поступки. Благослови каждого верующего, наполни Твоей благодатью, помоги нам прилепиться сердцем и душой к Тебе, к нашему Господу и нашему Спасителю. Благослови те нужды, которые есть у каждой семьи, у каждого верующего. Духовные, эмоциональные, какие-то есть проблемы. Пошли Твою благодать для разрешения всех наших сложных вопросов. Просим Тебя еще раз за семью Мыскив и всех близких и родных. Утешь тех братьев и сестер, тех родных, которые там находятся, которые здесь. Пошли Твою милость и утешение. И мы верим, что наш брат уже с Тобой утешился. И сегодня мы только вспоминаем о том, что благодаря Твоему имени Ты его нашел на этой земле. Просим Тебя, веди нас дальше, пошли Твою милость для тех братьев и сестер, кто нуждается в физическом укреплении. Брата Валентина благослови. И всех остальных братьев и сестер предаем Твои руки и верим, что у Тебя есть сила и возможность помочь слабому или сильному. Благослови нас в пути, сохрани в Твоих руках. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет с нами во веки. Аминь. С миром Божьим благослови всех Господь.